Люди находили сокровища постоянно, начиная с древних артефактов и заканчивая современными шедеврами. Большую часть времени сокровища только обнаружатся после долгих поисков и разведки. Люди пытаются специально отслеживать их, но иногда сокровище может быть найдено совершенно случайно. И в некоторых случаях они оказываются величайшими находками, которые когда-либо обнаружены. Ценные произведения искусства. В следующий раз, когда вы бегло смотрите на кладовку, вам следует задержать взгляд на чем-нибудь необычном, потому что вы можете попросту зацепить взгляд за что-то, что стоит гораздо больше, чем вы могли себе представить. Забытые произведения искусства часто находятся именно таким способом, и они довольно легко способны изменить вашу жизнь. В 2016 году одна французская семья ремонтирует дыру в крыше своего дома. Когда они убирали вещи с чердака, они нашли картину Караваджо, цена которой составляла 150 миллионов долларов. И сумма составляет очень шокирующая – 8 587 миллионов 390 тысяч рублей. Она называется «Одив обезглавливает Алаферно». Это была одна из самых значимых работ художника. И это открытие было описано как знаменательное событие в европейской истории искусства. В другом месте в 1999 году музей искусства в Хьюстоне заплатила 1,25 миллионов долларов за магнолию на золотом бархате, написанный Мартином Джонсоном, художник 19 века. Эта картина прикрывала в дыру в стене в доме продавца. Однако он понял, что эта картина может быть ценной только когда играл в настольную игру «Шедевр», которая содержала изображение его картины. После наведения справок он вскоре продал полотно, и ему наконец-то удалось прикрыть дыру в стене должным образом.